Поставьте еще раз мало. Мне в ШП сбегать, да? Рубикс. Ну какого хуя Вовка подтормаживает, блядь, так бесит, пиздец. И комп мощный, блядь, и все заебись, на хуй пойми. Да я вон 11 по ДПСу, блядь.
подойти поближе. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Там Ро Гавриил хочет попасть. Ваню давно не слышал, пиздец. Да, вернулся. Что, ты хотел дверь открывать, блядь? Где ты был, Ваня? На X5 друида прокачал. Это, блядь, короче, вот у меня история была. Это, вот, препод по экономике, да, там, ходил все с процентной посещаемостью, у них у всех должна была быть, блядь. В конце зачет, там, всех проверял, там, полный конспект, полную посещаемость. Приходит чувак первого на пару, блядь. Препод, ты кто такой? Говорит, я ваш студент, блядь, я пришел зачет поставить. Говорит, охуеть, ты где был вообще весь семестр этот? Ходил где-то, блядь. Препода глаза на лоб, блядь. Ты охуел, блядь. Такая наглость, это пиздец. Через две недельки диплом дать, блядь. И пиздец. Так через две недели сдача, блядь. Его надо еще доделать до конца, блядь. Там хуйня осталась. Мне мой диплом с магистратуры до сих пор снится. Там такая хрень была, что как-то пятерку поставили, я не знаю. А что ты заканчивал, Ваня? Строительство промышленное, гражданское. Во, ничего себе. Ну, сейчас друзья там тоже. Но у них, блядь, как-то все изящнее, чем у меня. У них, блядь, там ходят, там записницы трогают, блядь. Значит, да, я разбафаю, Слава. Да, я разбафаю, отопьюсь. Дайте шкаф твоих присмоним. Рыбу покушайте. Да, рыбу покушайте. Алло, привет. Привет. Здорово. Сейчас, Войд, подожди, я себе запах черну и сумани меня, пожалуйста. Все, готов. Да, вот я тут. Ваши муки станут платой за это вторжение. Я
бабочки. Чего там делали, блядь? Человек поваром работаешь? Блять. Прикинь, у меня знакомая, блядь, есть. Она это, сука, закончила на повара, блядь, колледж. И прикинь, что, блядь, выдала нахуй. Говорит, в курице сало есть, блядь. Я говорю, ты, блядь, нормально? Ты что делала в этой хвои хабзе, блядь? Сало в курице искала, блядь. Верно. Припиженная. Да. Метка не вышла. Там магний. Там магний шарит, что глыба не снимает метку, а дамажит по остальным дальше. Маха стал и сто... Мах стал и стоял в глыбе. Да он был глыбовым. Ай, блин, что тут объяснять? Не пуляйте, подождите. Это, блин, танк ваш один говорит, я не переспекнулся еще. Дайте кулак под АК. А, блять, один паладин. Вар на апкрик отправляйте, второй не попал. У меня нету просто, не на своем компе, нету у меня аддонов. Так что по одной одеваю. Чего я переоделся, блядь, запускайте, что ты ноешь? Сука. Слава, что тебя вообще все подряд опускают. Да пиздец. По миру, блядь. А мир-то тут маленький. И не поспоришь. Да чё, что, он опять ливнул? Блять, за дерево откинул. Я пока не могу прочитать это заклинание. Балтар не оставляет живых. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Дайте инер по шаману. Да. Иди к нам в сторону, блядь. Вчера, давай. Спасибо. Вставайте, сами летите, блядь.
все понятно, да, типа? Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвигло. Ебать, так тут это, блядь. Мы байпацы, короче, как нахожусь. Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Там умер сначала обои. А я спряталась здесь и запечатала вход. Зачем ты, блядь, умер? Но основной целью врага была кладка яиц. Это хуже, чем ты. Выводил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Спасибо. Юзаю. Да, камень. У меня макрос даже есть. Бегаю туда все, как Шанан, блядь. В смысле, только 5 стаков, чё, первый раз. Красавчик. Блять, броня в минус ушла, но... А, минус 20%. Там уже дыры спалит, короче, да, в этих латах. Рубиновое святилище пало. Где рыба, блядь, алё?
Первую и третью диспалить или только третью? Я сзади. Не, ну перебежал уже. Подвис. Что сова не может связь диспелить, немощная что ли? Бикс, блядь, уйди, дебил, блядь, такой контуженный нахуй, я, блядь, он встал под морду Халиону, вот там, где я срезал. Резайте там... быстрее, Рубикус, резайте, пока им пойду, давайте быстрее. Я пока не могу прочитать. Да, нормально. Блядь, пишу ему в чате, да пизды просто, блядь. Света, не бейте пока. В меня поворачивайтесь на. Топор выбеги. Ноги греют. Я смотрю. Ноги. Блять. Я не шлюх.
Какой дальше РТ? А можно перетянуть еще фурика к вам? Сейчас на ИП зайду секунду. Дай мне сапоги. Портал. Сзади тебя. ППГ горит, блядь. Уже, тогда уже ПП первый, блядь. Потом уже второй ППГ идет. Блядь, я забыл ливануть-то. Да-да-да. Вроде да, я жмякнул, не выскочил что-то. Примите в волчате много плюсиков Дедпул. На паладин тогда зайду. Я узнал твой пароль по звукам, короче, готовься. Вует. Лесик написать, да? Я ж не против. Дедпуль. Да. Волча, у тебя волча закрытый. Вот тут вот проходим. О, это я. Нет. Да. Макс, он тот особый лох, прямо, с демоном. Фурик 5,5, пока. Так как сказать, мне сова уже 3 года и то еще не близ. Ты что там собрал уже? Я тебе бличку слабую санула. Не могу пригласить члена другой группы. Да, есть. Куробить успею?
Слава, отойду там 5 минут. Я там дрейнгом-то еще зайду. Не, ничего. Сейчас зайду. Есть ШП и Шам. Файермат. Ширк. Ширк. Чё, Войд, хилы есть? Я бы по АДД шел. Я только кота сделал, хочу посмотреть ДПС. Не, у меня еще маловато для Гера. Нет. Ну вот, смотри, шмот. Ну, ГС-то 6.1. Ну, там, видишь, тринки топовые, кольца топовые. Не, ну, подожди. Ну, да.
Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. О, смотри, там Эршан пишет. Тебе не рыпал. Все, на X5 топ хил. Ну, кстати, да, это хил на X5, там только Holy Priest один из арианейских, нормальные остальные все днари. Там шаманы, днари. Ну да, ты бы его. Ну, не, ну, ты бы хорошо обхилил бы престол. Да там хилы днари, я друидом 5.8, что 6.4 делал. Первый там шаманы. Ой, а ну да, шаманы малую волну кастуют, я вообще там прибалдел. У нас поинтереснее, у нас как-то урона больше проходит. Ну там лич сильнее только и все. Но так. Там лич сильнее, потому что Форти постарался. Если бы там не его репорты, то он был бы такой же, как и, ну, старый, в смысле. Ну, если бы там лич такой бы, как вот тут был бы, ну, печально было. Там надо чистое ступление снимать, шаркающих, а то ваншотывает. Я вон репорт написал, блядь, до сих пор не чинили ничего. Обоссать и посмотреть на реакцию. А если не любит, то тебя больше не будет девушки.
50 на 50, да или нет. Как говорится, девушек много, а Войт у мамы один. Как там, две девушки и чашка, да? А чё ты ржёшь? Спалился. Пакетик чаю. Привет, Бейгл тебя найдёт. Ой, прикольно, ты не палишься, конечно. Про Джонни Синса и его новую профессию священник. Погоди, дайте шкаф, давай самому. Да нет, то я промазал ВП-шкой. Эту двоих могу подержать, вторую, третью. Кто будет допросить? Предметов.
Берг приехал. В мире хватает героев и без тебя. Нет. Я только подбежал. Голубика, кинь орехи на паладина. А что, теперь на вихре ходит уже? Да, да. Знатно пробивало. Здесь произошли страшные события. А чьим? Да, своим больно. Такому штурму. Черные драконы явились из ГП. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А что, плохой? А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убили. Рывкор, Ивасик. Но основной целью врага... Ивасик, Рывкор. ...святилище. Атакой руководил... Ивасик. Полиция? Тут замешано... И более. Алекстраза выбрала достойно. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Слухи! Обратите их в пепел! Какое же пление? Какой это ветер? Быстрее! Сахиль, давай. Там Эрдру, брат, хочется, если там хилов до доспех есть, то можно взять, в принципе. Еще не готово. Да, Калиманон. О, это Костя. Бери. В онлайн? Да.
Можно рыбку, пожалуйста, фулбалт, фуловарик. Там Ариша и Олег хотят в рейд. Раскидай миликов в Вайтму, в РДД, все. Какие платья во тьме? Футбол под третья. Блин, я, короче, аддон еще не полностью настроил, но я постараюсь. Да выйдешь с ней, да все. Да. Да, да. Отлично. Танки, танки, кто у нас? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Если посмеете. МК киньте, магу. Десятый. Лови, лови. Куда вы бежите? В лезвие. Нет, нет. Знаешь, когда можно будет?
А зачем свет 2 хила? Вот я просто свет первый раз хилю, тут вообще хилить нечего. Что за прикол? И шел локом, все выпало на курика. Пошел куриком, выпало на лока. Ну что за... А у вас в виде ЕПГП привязывается или нет? Ай, чё? Да не знаю. Я зайду сейчас, блин, долго выходит, что-то обычно сразу не кинет. Да, смерть рыцарь.